Итак, ребята, вторая карта этого Best of 3 второго сезона дуэльной лиги от Эстоти 4-го турнира. Это Инзомния, Редкон против РМВ. Раунд начнется через 3. Погнали! На рельсе посчастливилось РМВ родиться, однако, схватив плазмоган, две штуки попадает рельсы, еще с дрона насыпал. Неплохо сумбурно развилась ситуация в сторону РМВ, хотя по всем ставкам, которые могли быть в ее начале, я бы предпочел закинуть на Редкона. Неплохие рельсы на отходе попадает РМВ, но не всегда так будет, говорит Редкон и сравнивает счет 1-1, ребята. Есть, конечно же, тайминг на красный. Стремительно на мигу. Решает не дожидаться. Опа! Это некий дабл бэк был. Сзаду заходит чувак, а ты как будто, ну, типа, все нормально, Редкон, знаете? Ну, прям 5 секунд он сзади ехал. Ну и что ты ожидал? Мне кажется, именно этого он и ожидал. Почему это не... как-то, ну, не заставило его в диссонанс войти с этой ситуацией. Ну, ребят, кто их знает, сейчас тренды в мире такие, что поди кто и ждет, чтоб сзади кто-то, ну... Так, ну да ладно! Опа! Хорошая читка ситуации. Штрафует на подъеме желтого жабу РМВ, окей. Чай! Хорошая рельса такая прям. Сударь, ваш ход! Ебать, ой. Некий момент пригара от РМВ. Мы видим сообщение в чат и... Ну, он пишет of course, ребята, конечно. Но хочу сказать вам, многие из вас скажут, да какой пригар, ну чат для того и создан, дабы с него писать всякие мессаги. Но... В общем... Лидерство потеряно, РМВ возвращает его себе. 3-2 счет. Штрафует немного перед подъемом миги, что, в принципе, должного профита не принесло. Немножко броню подсняла жабе. Как же резко и приятно так наблюдать за игрой РМВ. Сзади. Хорошо, он решил подлечиться. Окей. Хороший на 130 залетело. В общем, шафта еще немного, но самому тоже хотелось бы подлечиться. Два хп, куда ебать? Ну, а на что ты рассчитывал? Ну, самофраг будем считать заслугой от Редкона. Переходим на просмотр его Point of View. О, вредная же. Ну вот он еще раз. Проявление, когда сзади он дрон летит. А ему вообще все равно. Ну, дядь, ну. Ну так нельзя. Снова возвращает лавры лидерства себе РМВ. 2 секунды до красного, штрафует жабу на подходе. Вторая рельса, третья не оставит ее в живых, конечно же. Немножко зависла Сорлок еще перед подъемом красного, что дало возможность все-таки РМВ нанести этот долгожданный дэмэдж. Сейчас ракеты закончатся, дядь, не переживай. Там их всего 10. Опа! Просто догоняй спокойненько. Вот, там парень ждет этого. Я уже это понял. Ребята, не знаю, после третьего случая у кого-нибудь остались ли сомнения. Блин, красный жалко не отстоял. Зачем-то запустил жабу в хату. Ну вообще, она и не по понятиям вообще зашла. Опа, сейчас, сука, можно выходить шафтом. Хотя там 10 шафта. Опять отравился, бедолага.
бедолага именно РМВ. Именно как Ридик в третьей части прививал яд себе от маленьких этих дракончиков. Красивейший рейл исполнил РМВ, явно у этого парня со стрельбой все в порядке. Чуть-чуть позиционка нормально, но это все как бы нивелируется тем, что противник любит, чтобы за ним гнались сзади. Ну такой типа давай, ну типа я убегаю, такой я, ну догоняй. В разведку пошел дрон, отлично. Сейчас. Not bad driving. Мне кажется, если бы РМВ учился в летном училище, то показав своим инструкторам лишь демку, то, как он управляет дроном строго, они бы уже выдали лицензию на полеты. Все, ну, красиво, без базара. Вопросов больше не имеем. Шапку такую нацепил, очки летные, ну... Так, ну да ладно, ребята, 4 минуты до конца, 4 фрага преимущества у РМВ. Конечно же, он хочет, напомним, внизу есть счет, на данный момент по картам 1-0 в пользу Редкона. Карабты достался все-таки ему путем особого контроля абсолютно всей карты. Опа, ну еще, конечно! Крадет все-таки ой-ой-ой-ой, по жопе! По бочине, по жопе прошло... Ух, мне больно на это смотреть. Настолько читаемая была ситуация со стороны Редкона. Вы знаете, вот мое личное мнение, некий перекос все-таки есть. Стрельба и... Ну, знаете, принятие решений в агрессивных каких-то ситуациях, которые требуют мгновенного, то есть решения выше у РМВ, а вот тактическая составляющая и позиционка, несмотря на любвеобилие за самопогоней, все-таки я бы Редкону отдал. Да, РМВ, сохраняя хладнокровие, делает этот фраг, и мы видим, как он на контроле у двух. Есть возможность выжрать мегу. Ой, красная история. До конца! Дрон полетел именно! Нет? А, сука! Ну, влево-вправо, влево-вправо, 5-5. Это я говорю о хп и броне, которые остались у Редкона. Все-таки делает шестой фраг. Вот снова погоня за ним. И тут встреча. Привет. Да, противник не настолько глуп оказался, насколько рассчитывал в этой ситуации Редкон. Тайминги у РМВ были. И жаба выламывает просто весь тек, собранный РМВ. Как мы видим, у Редкона все-таки есть еще шансы. Немногим менее 2 минут еще играть. Полторы. Чтобы быть точнее, и 2 фрага, все-таки на инзомне, мне кажется, это более чем реализуемо, ребятушки. Ну, надо такой шайза, ну, что-то резкое сделать, давай. Так, блядь. Двести брони у жабы. Немного меньше. Пытается стопорить развитие противника РМВ. За неимением ракеты жаба не может настолько сильно сагрессивничать. Ой, по голове прилетела комета, и все, что он делал последнюю минуту, сразу на нет сошло. Ты шо, ну типа? Ты шо? Сорок секунд, ребята, 2 фрага. Будет ли агрессивные выпады от Редкона? Да, ребята. Опа! Абузили спас назад! Он бы здесь заабузил, без пушек бы загрыз бы его. 4 секунды до меги. 25 секунд до конца матча. Вот она, встреча! Догонит. Нет.
19. Хладнокровность и ничего более, ребята. Этот красный. Ребята, это действительно некое повторение, некое дежавю того, что было в предыдущем матче. Красивый, хладнокровный отыгрыш от Редкона. Сила последнего шанса, ребята, как он все-таки на спокойствии это все сделал, несмотря на разницу в счете. Забил оппонента, забыл заобузить респ, но клик настолько завис в этой позиции, что, ну, мне кажется, клику стоило б... Да чтоб стоило, ребята. Гигес. Гигес.